Надо заполнять там отборы. Да. Ну а дебют желтый удался. Ну короче, Валентин все знает, Валентин все знает. Там остался он, видишь, на подольше. КГ выиграли 2-0. Бля, пиздец, 2 из 5 посыли, я ебу. Просто туристы выиграли? Интересно. А, до этого что ли? До того, как он пас на меня, да. Как файнально сказали с Юнионом. Никто не знает, видишь, стримы не работают на YouTube, почему. Ты помнишь, ну, этот офсайд, помнишь? У Экспромта. Я чуть не сдох. Там, конечно, Экспром нас простил, это, конечно, я но то, что Экспром хотя бы и всю игру, он вообще ничего не смог сделать. Он специально... Не, на самом деле, там СЗшники сыграли очень хорошо. Да, молодцы. И даже... Экспром, там были пару ошибок. Роль, как скидощика, что ли. Ну да, он чисто... Он всегда так и играет. Человек это скидывает. У него всегда вообще был рост 1,89 м. Да, он всегда на сути выиграет. По-моему, поменьше. Так, хорошо. Результат, так, 1-0. Вот результат. Так, хорошо. Так. Ага. Типа, кто играл? Так, Сейбот. Атакующий полузащитник. Грин. Крайний защитник. Архипов. Центральный защитник. Галинев. Нападающий. Спайрес, текущий полузащитник, основной защитник, Горшаков, вратарь, а да не играл, чтобы не играл, профессор играл, блин, полузащитник, так, Акта, а текущий полузащитник, крайний защитник. Ой, Саня еще штангу попал тогда, точнее. Бля, вот забил бы ты, Саня, у меня бы голевая была. Ага. Два тут... паса точно, одна голевая. Так, трансляция на YouTube я кидать не буду, потому что я как-то не было так. А подожди, есть. Может быть, знаю, это потом миллиметр будет. Меньше. Может, как видео загрузится. Да, когда он... я выключу стрим, может, он прогрузится. Ладно, хорошо, я эту ссылку кину. Да. Так, а скриншоты скинь мне. Хорошо. Ой, рейтинг тут даже есть, какие-то рейтинги, блин. Ну это потому что рейтинги, потому что автоматическая сборная твора, типа. А. Так что тебе придется все заполнить. Бля, да это пиздец. Вот так вот. В любом случае, запись у меня есть, если что.